уже с прошлого года удалось ввести много нового. Есть ли какие-то задумки уже на следующий год? Из того... Конечно, есть. Но я вам не расскажу о них. Ну, наверное, я... Понимаете, ходишь по улице, где идет фест, и уже придумывается что-то новое. Ну, надо очень много думать, потому что безопасность, прежде всего, она рядышком с позитивом, и риск должен быть очень обдуманным. Вот в этом году дебютировали воздушные шары. Почему бы в Витебске не сделать их очень-очень много на разных больших площадках? Почему не привести большие площадные спектакли? Может быть, вообще посмотреть на уличное искусство как-то с другой стороны. Ну, будем следить за зрителями, будем смотреть, что больше всего нравится, и пойдем ровненько в эту сторону. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.